Перед тем, как видео начнется, я скажу то, что я его снимал без звука, и поэтому я его сейчас все переозвучу. Всем привет, с вами Андрю Вэй, Миша Мол, Симьюра, и до этого еще были Dragonfire и Пауктост, но так как мы сейчас переозвучиваем, их нету. В общем, это наша новая сборка Minecraft Mirity, и на ней у нас каждую серию будут рандомизироваться Origin. Таким образом, каждую серию мы будем играть за разных персонажей. Вот, мне выпал Origin Elytria. Первое, что произошло, это то, что я нашел какого-то волка и ударил его. И он меня убил. Но я отправился в путешествие и нашел какой-то непонятный биом, но он очень красивый, это круто. Вау, посмотрите, какой красивый биом. Вам нравится? Я не знаю, почему я сделал этот момент таким долгим, но я должен озвучить его целиком. Почему он такой долгий? Алло, тут еще 2 секунды. Ну, в общем, крутой биом. Далее, я убил овцу. Почему я это оставил в видео? Точно, я оставила этот момент в видео, потому что из этой овцы выпала спина овцы, которая будет на протяжении всего видео. А еще я прокачала свой первый навык, и мы начали строить дом, но у меня очень лагает, и поэтому тут еще непонятно. Далее, я начал делать огород, это очень круто и классно. Потом мы уже почти достроили дом. Почему я пропустил столько времени, я не знаю, но там не было ничего интересного. Далее, я нашел небольшой данж. И я отправился в этот данж. И сейчас мы узнаем, что в нем будет. В нем было куча яблок, 2 картошки и кровати, которые я поставил дома. А картошки я посадил на ферме. После чего я расширил ферму и вставил себе позвоночник овцы. После чего на меня напал слайм, и я позвал Симьюру на помощь. Он пришел, убил слайма и... И что произошло? Что произошло? Он сейчас убьет слайма, и что произойдет? Что произойдет? Я умираю в последний момент жизни слайма, как круто! Я нашел лошадь, попытался ее покормить яблоком, но испугался и ушел. Но потом я вернулся к этой лошади и попытался ее покормить яблоком снова. Но у меня снова ничего не сработало, и поэтому я снова ушел. Но в итоге я понял, что на нее надо сесть. Посидел на ней, и она приручилась. Далее я нашел перевернутого крипера, очень испугался, и... Что это? Вот. Далее я убил радужную овцу. А точнее 2, но я нашел только 1. Вот. И потом я скрафтил радужную кровать. А потом Симьюра научился носить коров на руках. А потом они сломали кровати, нося их на руках. Потому что когда они их ставили обратно, осталась только половинка кровати, а вторая половинка выпадала как предмет. И это очень странно и непонятно. Ну, в общем, вот, смотрите, тут очень у меня лагает, у меня от этого вообще повисло. Вот, круто, да? Круто вообще. Далее, что произошло? Далее я нашел темного крипера, который взорвал меня, и я ослеп. И меня убил скелет. Потом я отправился в путешествие с Симьюрой и Мишамалом, и мы нашли прикольный гравиевый биом. А еще мы нашли летающий остров, на который забрались, и добыли там кучу пшеницы, с которого мы увидели еще один остров. И, конечно же, простроились на него, но он оказался пустым, поэтому... Поэтому мы с него улетели. После чего мы скрафтили хлеб силы. Ну, не совсем скрафтили, он не скрафтился. Но мы скрафтили хлеб силы. После чего на нас напала куча криперов. И Миша сделал самую гениальную вещь когда-либо. Просто посмотрите, что Миша сделал. Миша накинул на меня крипер, и он меня взорвал. Круто, да? Но после этого мы решили с собой взять кровати, чтобы прийти туда поспать там и поставить точку спауна. Еще мы нашли каких-то непонятных чешуйниц, которые... из-за которых у меня залагало. После чего на меня напал кабан. И он меня забеконил. Из него пошли сердечки. А потом я нашел гуся. А потом мы нашли столб лавы. И кажется, он ведет к летающему острову, но мы не знаем, мы еще не дошли туда. Продолжение следует.